Очередной эпизод получила многосерийная история в череде светских мероприятий, на которых побывали красавцы Лав-Радио. И сегодня мы на «Песни года». Смотрите, у нас двойной бейджик. Во-первых, как ТВ, во-вторых, как артисты. Это значит, что мы выйдем на сцену и будем объявлять артистов. О том, как это будет, увидишь в нашем ролике. Красавцы Лав-Радио. Ярослав Парамонов и Никита Марков. Привет, Мегаспорт! Всем привет! Мы красавцы Лав-Радио, Никита Марков и Ярослав Парамонов. Ну и, конечно, мы Лав-Радио, мы любим музыку и горячо приветствуем всех артистов, которые ворвались в этом году со своими треками. Давайте еще дадим аплодисменты для них! Эй, Мегаспорт! Как все? Ты, я видел, много работала сегодня. Бегала. Да, я видела, как вы на сцену выходили. О, тебе понравилось? Мне, знаешь, мне, вот тебе серьезно? Тебе важно мое мнение? Да, конечно. Прекрасная речь. Бодро топите. Любите русский язык. Обожаем. С посылом. Да. Вкладываете. У вас есть ударные слова не только в предложениях, но и вообще в целой длинной мысли. Мне правда понравилось. Ну, я считаю, что ваше видение сегодня было ярким. Я хочу тебя обнять, можно? Дальше все, не снимай. А вы шоу-балет? Да. Как вы называетесь? Эйкей Крю от Кати Радушкиной. Вау, классные вы такие. Научите нас танцевать, тренды вот эти. Да, попробуем? Четыре движения. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. И головой следовать, да?